зима, настроение. Зима – волшебное время года. Святослав Бадюк. Зима – время ангела. Ура! О, хрупкий мир зимних фантазий. Зима – чудо природы. Зима – время волшебства. Зима – вдохновение. Зима – пейзаж. Зима пришла. Зима – ангел. Зима – реальная нереальность. Зима – в любимом городе. Я художник, я так вижу. Зима – музыка души. Зима – метафизика цвета и света. С этого момента пошел тайный поединок. Снега не сошла, зори поясная, видно пожелки сбирает. Выйди, гуляя, працую зорона, хоть на квитиночку гай. Выйди, гуляя, працую зорона, хоть на квитиночку гай. Сяду в купочці, тут під калиною, і мапалам я пам'ятаю. Гляну я рибонько, сліплою хвилею, звелиться полем туман. Гляну я рибонько, сліплою хвилею, звелиться полем туман. Не буде зміняне, всі полосою, що то за Божий розпад. Перлами ясними, гербітно полями, грає краплиста роса. Для вас, друзі! Перлами ясними, гербітно полями, грає краплиста роса. І не лякайся, що ніженькі босії вночиш холодну росу. Я ж тебе вірна я, что катиноньки сам на руках и в лесу. Я ж тебе вірная, а что катиноньки сам на руках и в лесу. Ти не лякайся, що смерзнеш, лебедо. Тепло, і вітру, і хмару. Я приберу тебе, прослово серденька, а воно палке лоша. Я прикорну тебе до свого серденька, а воно палке лоша. Дорогі наші отці, хочу вам побажати, щоб ця пісня вас хоч трошечки надихнула на те мистецтво, яке ви зараз створите. Я всіх вас вітаю з прекрасним майстер-класом, який сьогодні відбувається. І всім вам натхнення, друзі, пригорнути до свого серденька, а воно палке може. Я пригорну тебе до свого серденька. А воно палке може. Я пригорну тебе до свого серденька. Дякую.
Thank you.
сповільнений пусть, розсипане зілля, більше я не боюсь, я вільна, вільна. На сірому тлі, що з білим так схоже, писав ніяк, та я зможу, зможу, зможу. Мої стіни бачили рік і сліз, мої стіни чули моря зі слів. Стіна зародилась моє я, та тікали рік мої моря. Мої стіни бачили рік і сліз, мої стіни чули моря зі слів. В стінах зародилась моє я, та тікали рік мої моря. Вот у меня девушка, которая создает вот эту музыку счастья, любви, мира и зазывает это все к нам. Ну, в общем, очень хочется мира, любви, счастья, здоровья и добра. И всем желаю. Я хотела изобразить именно встречу животных, людей, вот именно вот тепло показать. И зима, которая у нас за окном. Весь уют дома, который может быть, и уют в виде кота, который сидит и смотрит на это все. Тема моей работы – время волшебства. Всегда, когда выпадает первый снег или свежий снег, все деревья и кусты покрываются каким-то волшебным узором. И эта магия зимы всегда волнительно радует и призывает к какой-то чистоте. Оставила максимально белого фона, подчеркивая именно ту чистоту зимних дней. Замечательное зимнее настроение, как бы не было, я так понимаю, холодно зимой, да? А у девушки всегда весна. Вот она и раздетая. Правильно? Это девушка, которая ветер. И с ней веет. Но она все равно, девушка всегда любит. Одевается и ждет весны. Весна все равно. Зима – время ангела. Этот ангел, которого я изобразила, он имеет тесную связь с людьми, которые живут на земле. Дух Рождества поднимается наверх, а ангел накрывает своим крылом всю планету. Если мы будем дома, будем за своими столами, у нас будет гореть в окнах свет, мы будем готовить еду и со своими родными встречать Рождество, ангел обязательно прилетит и раскроет над нами крыло. Я верю в это, я вижу это каждый год, в свои 60 лет, 60 раз я это видела. Зима – рождественский ангел. Ну, зима прекрасна своими праздниками, конечно, не только, но все-таки в первую очередь, а рождественское настроение, его спутать невозможно. Это момент, когда действительно с небес спускается ангел, да? Вот эту радость невероятную, объединение неба и земли я пытался представить. А молодая зима, ну, ощущение молодых энергий, начало декабрь, и как бы загадка. Загадка, мы не знаем, чем закончится зима, и хочется творить, и там сказка впереди. Я написала Кані в красивий. Рекомендую всім його приїхати, побачити вживу і Дніпро, і кручі, щоб було видно, було чути, як вибере очі. Тобто він такий, як я його бачу. Веселий, рожевий, світанковий, сонечко встає і освічує своїм сяйвом всю місцину. Це нам допомога в натурних цвітах, це сірий і білий. В принципі, зима у нас асоціюється з цими цвітами. І за діяльність зими ми достатньо встаємо разнообразності. І где-то підсознательно вже ждемо весну. Тому в церкві я зобразила фокусируйте внимание, художнику, фокусируйте внимание зрителя на чем-то много зеленого цвета ветвях, внимание о весне. Так я бачу нашу зиму чарівну, коли ми, як кажуть, виходимо і бачимо цю неймовірну красу. І ялинки, які нас завжди радують своєю зеленню.
мороз, який є повністю нас, що хоче нас, як кажуть, відновити. І взимку взагалі все нібито зупиняється, але все енергетично, воно все працює. І червоний колір – це свята, це тепло, це те, що в нас завжди всередині, це коли ми збираємося родинами на свята, коли ми ждемо, чекаємо подарунків, чудес, коли ми, як кажуть, таке от ототожнення зимнього пейзажу в моєму, в моїй картині. Хотілося б зробити той період, коли зима у нас не тільки з праздниками асоціюється, але й з різкими зміненнями погоди. Іменно тоді, коли за день ми можемо побачити і весну, і осінь, і одразу ж зиму, кажеться, що це невозможно. На самом деле це невозможно. І тільки хотіла показати, що вже лежить сніг, но ще не впало повністю листя, и при этом прошло облако, которое принесло снежок к нему. Он еще не закончился, но мы видим уже весенние проблески света на горизонте. Поэтому все реально, вполне реально. Я изобразила, как я чувствую, восток, действительно этим чудом. Потому что ни с того, ни с сего, с обычного неба вдруг падают снежинки. И вот чудо, они еще и каждое. Зиму я бачу як ніжність, красоту, колір, сонце, чистота в душі, легкість. Дуже багато сонця, ти дивишся, і в тебе душа замирає, і все таке тебе радісне в душі, світле, оптимістичне, і зовсім уходять темні фарби. Хочеться його зробити світлим, яскравим, таким як в душі. Світлий образ зими, так і я зробила. Трошки туман у мене, сонечко сідає до вечора, але все рівно воно в мене світле. Світлий образ зими. Тема «Зимній мір хрупких фантазій». Один день какой-то, когда я проходила мимо одного дома, где написано было «Улыбнись». У меня было совершенно такое неулыбчивое настроение. Но когда я представила, вот что бы меня так улыбнуло, ну, представила, что, наверное, вот если бы прошел какой-нибудь конь, белый конь и какой-нибудь всадник на нем, наверное, я бы улыбнулась. Ну, и поскольку это была моя фантазия зимой, я решила, что прямо в этом изобразить. Зима – волшебное время года. Зима – реально волшебное время года, то у нас война начинается, то коронавирус убивает. В чем волшебство? В том, что, ну, и это же влияет как-то на people. Волшебство – это как? На влияние на человеческие умы. Здесь показаны люди с порванными крыльями, а это те, которые нам говорят, как действовать себя и так далее. Вот и все. Ну, а это, естественно, какие-то сущности, которые сверх наблюдают за этим всем, может быть, как-то вдохновляют этих людей.